Антиправительственная демонстрация в пакистанской столице Исламабаде переросла в столкновение с полицией. В результате два человека погибли, около 500 получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Собравшиеся вышли на улицы с требованием отставки премьер-министра Наваза Шарифа. Беспорядки начались после того, как протестующие попытались штурмом взять резиденцию главы правительства. По сообщениям СМИ, в этом марше приняли участие 25 тысяч пакистанцев. Демонстранты использовали краны, чтобы убрать баррикады. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули.